выборы в Сенат штата Нью-Йорк привлекли к себе внимание огромного количества людей, даже тех, кто раньше совсем не интересовался политикой. Несколько месяцев продолжалась борьба двух кандидатов. Наконец-то они выходят на финишную прямую. До 20 марта остались считанные дни. Штаб Дэвида Старобина, кандидата от республиканской партии, продолжает интенсивно работать. Не смыкает глаз и сам Дэвид. Он постоянно встречается с избирателями, прессой, отвечает на многочисленные вопросы, участвует в митингах, дебатах. Основные пункты его предвыборной кампании включают сохранение социальных льгот для пенсионеров, поддержка малых бизнесов и снижение налогов, реформы в сфере образования, возврат пенсий бывшим гражданам СССР. Дэвида Старобина активно поддерживает вся политическая элита Нью-Йорка. Сенатор Альда Мата, конгрессмены Боб Тернер, Майкл Грим, Питер Кинг. Мэр Джулиани заявил на прошлой неделе, что Дэвид Старобин – правильный человек в Государственном Сенате. Цитирую, «Он лидер, который может вести Нью-Йорк в правильном направлении». И мы друг друга знаем уже 19 лет. То есть это человек, который на самом деле меня знает, он знает, во что я верю. Он меня видел, когда я рос. И поэтому я очень горжусь тем, что он меня поддержал. Это все-таки показывает, что он в меня на самом деле верит. И он для меня человек, на которого я ориентируюсь. Это тот человек, на которого я смотрю, как он работал. И я хочу работать вот точно так же. Как он сделал нам лучше, я надеюсь, что я тоже смогу сделать нашим людям лучше. Также Дэвида Старобина поддержали более 80 влиятельных раввинов Нью-Йорка. Я, конечно, очень благодарен им за поддержку. 80 раввинов – это большое дело. Если вы посмотрите исторически, то никого никогда столько раввинов не поддержали. Как еврей, я, конечно, очень горжусь тем, что я смог получить рекордное количество поддержку от рекордного количества раввинов. А самое главное, Дэвида Старобина поддерживают тысячи русскоязычных людей, которые доверяют ему. Как адвокат, считаю, что Дэвид Старобин будет прекрасно представлять русскую общину в Сенате штата Нью-Йорк. Он молодой, интеллигентный человек, и мне кажется, что он понимает нужды русскоязычной культуры и будет прекрасно представлять интересы и будущее молодежи в штате Нью-Йорк. Правильно, будущее за молодыми образованными политиками. Мнение о любой общине в первую очередь складывается от того, кто ее представляет. Так пусть же достойно представит нас в Сенате штата Нью-Йорк Дэвид Старобин. Юлия Райдлер, Ави Абрамов, Марат Насибуллин, НТВ Америка.